Депутаты приняли корректировку краевого бюджета до конца 2019 года. Основные расходы региональной казны пойдут на подготовку к проведению универсиады в Красноярске, поддержку муниципальных образований, резервирование земельных участков для строительства улицы Волочаевской, на жилье для бюджетников, льготные лекарства, учебники, жилье для детей-сирот и поддержку АПК. 550 миллионов рублей направят на борьбу с сибирским шелкопрядом. Доходы краевого бюджета составят почти 207 миллиардов рублей, расходы – 222, а дефицит казны будет равен 15 миллиардам рублей.